Привет, друзья! 16 марта 2020 года. Батл крупных луков продолжается. Сегодня пятый день и уже есть первые результаты. Один из луков показался над поверхностью почвы. Как вы думаете, кто это? Нет, это не мои семена эксибишена. Это лук, который выстрелил первый сибирский гигант, производитель семена Алтая. Я подкопал Аилсу Грей, производитель тот же самый, семена Алтая, и увидел, что они тоже все проросли. Ну, не все, а то, что я подкопал. Сибишин пока даже ни одного корешка не видел я, то есть ни одного проросшего семечка, но я в нем уверен. Я уже в этом году его сеял. Скорость была отличная. Так, теперь, значит, что с этими? Сколько зайдет, я пока не знаю. Но сейчас надо сделать одну операцию. Сейчас я вам покажу проросток сначала, а потом сделаем эту операцию. Поскольку лук у меня прорастает в теплом месте, от 20 градусов ночью и 25-28 градусов днем, я постоянно провожу мониторинг, и появились ли всходы. Вот первый лук, который собирается вырваться на свободу. Это сибирский гигант. То есть на пятый день он не то что пророс, а уже вылез. Этот лук ни в чем не замачивался, это был посев сухими семенами. Значит, кто смотрел начало этого батла, тот, а кто не смотрел, можете посмотреть. Подсказка наверху экрана. Так вот, значит, кто смотрел, тот помнит, что сверху я присыпал лук рыхлым слоем земли, не уплотняя и не поливая. При поливе этот слой осядет. И если я сейчас его не полью, то после того, как зайдет лук и произойдет полив, земля осядет и оголит часть стебля лука. Мне это совершенно не надо, поэтому я сейчас, хотя там, конечно, влажно, но я сейчас произведу полив, чтобы этот рыхлый верхний слой осел. Теперь проросший лук стал более заметен. Потому что земля осела. И сейчас все коробки я также пролью. Основная вода стекла. Сейчас ставлю на газету, чтобы газета питала воду. И теперь надо сделать последнюю операцию. Это увеличить освещенность. А для этого, не придумывая велосипед, мы сейчас посыпем поверхность вермикулитом. Не толстым слоем, 2-3 мм. Этого будет достаточно. Главное закрыть всю темную землю. Пока он влажный, он немножко темнеет, а потом становится светлее. Вот сразу сколько света появилось. Теперь сибирский гигант я убираю на окно под яркий свет. Там у меня пониженная температура, градусов 15-19. Ну, 15 ночью, 19-20 днем. Остальные горшки я опять поставлю. Я еще на сутки поставлю в теплое место. А потом переставлю тоже на окно к этому сибирскому гиганту. Очередная серия батла на этом заканчивается. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Впереди еще много интересного.